День Лилии Максимовой начинается с санитарной обработки товара и поверхности рабочего места. Обслуживают покупатели здесь строго по правилам – в перчатках и масках с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Кроме того, сотрудники ведут журнал дезинфицирующей обработки и измерения температуры. Сейчас люди уже стали приходить, вот вчера, сегодня, позавчера уже, да, заказы есть у нас. А в цветочном магазине весь апрель заказы принимали только по телефону и работали на доставку. Многие покупатели и сейчас придерживаются этого правила и предпочитают не посещать магазин. Но если клиент лично пришел в салон, его также встречают с учетом всех мер осторожности. Когда покупатели приходят к нам в магазин, мы соблюдаем расстояние 1,5 метра. Также у нас есть дезинфекция, перчатки. Все, мы после покупателей все дезинфицируем. Бизнес постепенно возвращается к привычному ритму. С 12 мая открылись магазины одежды и обуви, салоны сотовой связи, магазины бытовой техники и хозтоваров. Главное условие – торговый зал не должен превышать площади в 400 квадратных метров, и у магазина должен быть отдельный вход. По нашему городу получается, что подавляющее большинство магазинов, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов, либо какие-то отдельно стоящие небольшие здания, все они сейчас могут работать. Мы видим сегодня, что по городу открылось порядка 700 магазинов. Также частично возобновил работу городской рынок. Крупные торговые центры по-прежнему остаются закрытыми. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.